В это холодное утро ребята из Клинского центра социальной помощи «Семья» пришли в музей Клинского досугового центра для того, чтобы подробнее узнать о приближающейся дате начала Великой Отечественной войны. Перед ними открылась выставка с археологическими раскопками предметов, которыми пользовались солдаты, а также части боевой техники. Мероприятие открылось рассказом о войне и поисковом отряде «Подвиг», который собрал все эти военные экспонаты. Тема «День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война в нашем районе». И, соответственно, поисковая работа на местах боев. Так все, что вы здесь видите, найдено в ходе поисковой работы в нашем районе. Здесь собраны в витринах, это в основном личные вещи бойцов с мест боев. Предметы, остатки, вернее, вооружения, снаряжение обоих противоборствующих армий. И нашей, и немецкой. Фрагменты техники. Ну и на планшетах по стенам материалы, посвященные бойцам, которые здесь воевали, погибли, были найдены родственники, от которых и стали известны их судьбы. Были получены фотографии.